Привет, ребята, вы на канале GameTV3, и сегодня я продолжаю проходить игру BioShock Mobile. Продолжим. И нам туда наверх. Идем. Тут мы убили большого папочку в прошлой серии. Вот он лежит. Так, нам вниз. Куда? Так, сейчас можно будет их обыскать. Доллар, патроны, плазмиды, пистолеты. Это тоже можно улучшать наши штуки, но у нас маленькой сестрички вроде нет, хотя подождите, можно посмотреть. Там вроде была, да, одна с большим папочкой, маленькая сестричка. Вот. А, это мы ее спасли, мы не поглотили. То есть тогда я тоже ее спас. Понятно. Все, теперь можно улучшиться. Или жизнь, или еще что-то. Ну, плазмиды мы уже не улучшим. Что там еще есть у нас? Сейчас посмотрю, что еще может быть. Не знаю, наверное, вот это вот лучше. Да. Максимум плазмидов. Все, и теперь можно с него собрать плазмиды. Так, где мой? Вот. Дверь закрыта. Идем дальше. Ну, пока неплохо началось. Так, турелька. Что в ней? Первая медицинская помощь. РПГ турель. Так, тут у нас патроны. Пошлите дальше. Тут тоже патроны вон валяются. Сейчас я их подберу. Так, дальше. Ящики какие-то. Их нельзя ничего с ними сделать. Нет. Так, дверь не открывается. Так, нам надо вот сюда. Понятно. Так, фотографа какого-то. О, что тут лежит? Гранатный. Ух ты! Классно. Получили гранатомет. Но мне пока не нужен. Хотя вот возьму вот этот, наверное. У него патронов много. Их не жалко. Так, и нам наверх. Получили новое задание. Тут ничего. Можно обыскать сейчас будет штучку. Чипсы. Открылась дверь. Все,
Так, автоматический взлом. Тут доллар, да? Доллар. Там сейф лежит. Дневник. Первая медицинская помощь. Патроны для дробовика. Полечимся. Стоп, хоп. Вот. И можно будет забрать у него медицинскую помощь. И сейф. Я его автоматически взломаю. Так, что тут? Классно. Так, и нам вниз. Вверх. Вроде вниз пошли. Получаемся вверху. $72 уже. Оружие лежит. Дробовик. Еще один сейф. Еще один дневник. Патроны. Ну, он даже два дневника. Классно. Так, пока я пусть этот дневник прочитается. Доллар. Еще один дневник. Да, можно будет сейчас понакупать тут всего. Автозломщиков, например. Целых три дневника тут лежит, представляете? И сейф. Так, третий дневник. Там что-то так стучит. Мне кажется, там еще один большой папочка. Поэтому лучше сейчас закуплюсь всякими штуками. Патронами для дробовика, например. Так, пойду взломаю сейф автозломщиком. Так, и в сейфе у нас... Ничего нет, что ли? А, вот. Новые патроны. Так, и магазинчик. Первая медицинская помощь у нас есть. Автоматический взлом тоже вроде. Нам вроде нужно вот это. 0-0 бак. Да. А, слушайте, еще можно взломать его. Нет, не хочу взламывать. Лучше потом сюда вернусь. Может, найду где-то автовзломщик. Да, еще один большой папочка. Все. Получаем. Что мы получаем? Доллар еще получим, очень-очень много долларов. С больших папочек очень много выпадает. Маленькая сестричка. Давайте ее спасем. Все, спасли сестричку. Тут на что-то лежит. Ага, патроны от пулемета. Тут у нас такая штучка. Биг Дэдди. Так, тут вроде больше ничего нельзя сделать, да? У этого есть что-то? Нет. Так, ну пошли тогда дальше. У нас теперь достаточно долларов, и я могу себе позволить даже автовзломщик купить. $22. Думаю, вот их взять. И теперь взломать. И все, все дешевле стало. Ими куплю медицинскую помощь. И на больше мне не хватает. Ну, нормально. В принципе, очень даже.
новые патроны. Третий уже для... Ох ты, не люблю. Все, поломали систему безопасности. Первомедицинская помощь нам пока не нужна. Тут ничего с него нельзя забрать. Все. Сейчас обыщем. Патроны. Куда? Все, с него ничего не осталось. Ух ты, тут куча лута. Очень-очень много. Первая медицинская помощь. О, фотография. Уже два. Медицинская помощь нам пока не нужна. Дневник есть. Доллары. Патроны. Еще доллары. Теперь 28 долларов у нас. Ух ты, еще доллары. Ну все, и на этом все кончается. Медицинскую помощь можно сейчас подлечиться. Вот так вот. И собрать, да? Вот. Все. Так, идем дальше. Все, его убили. Пошлите вперед. Сейчас обыщем, может там будет что-то. Так, сейчас сохранюсь. И всем спасибо за внимание, и пока.